А сейчас мы держим путь в ботанический королевский сад. Royal Botanic Garden, который находится тоже в этом городе, в Хамильтоне. В Борлингтоне? Ну, они рядом находятся, в общем. 10 минут нам ехать. 10 километров, 10 минут. Я позвонила к ним сегодня туда, потому что мы подумали, суббота, может, короткий день. Нет, мальчик сказал, до 8 вечера они работают. Сейчас у нас время 4:40, так что мы надеемся еще там погулять успеть. Сегодня действительно достаточно жаркий день, но зато нету дождя с грозой, который был ночью, и обещали, что он будет посреди дня. Ну, кстати, возможно, в Торонто идет, а здесь нету просто. Возможно, в Торонто и идет дождь. А мы уехали из Торонто. Так что направляемся в ботанический королевский сад. В Торонто, видимо, меньше машин с флажками. А здесь все с флажками. Даже велосипедисты были с флажками. Ездили. Мы поняли, что сейчас, наверное, проходит чемпионат мира. Я знаю, что ты хочешь на Европу по футболу. Так, Костя, давай расскажем немножко про Хамильтон. Хамильтон оказался достаточно большой городишко. Здесь, конечно, он это старый город, очень много вот старых именно домов, очень много старой части города. Население большое? 550 тысяч человек. 550 тысяч человек. Это на минуточку в 4 раза больше, чем в Воне, в котором мы живем. Да, Воне 110 тысяч. В Воне всего 110 тысяч, да. То есть Вон, Ричмонд Хилл, Ньюмаркет, Аврора. То есть весь Норт, весь Йорк Риджин. Да, весь Йорк Риджин у нас, который, это, мне кажется, 550 тысяч. Да, а это только один Хамильтон. Здесь, конечно, очень мало, ну, будем говорить так, иммигрантов. Здесь достаточно большинство населения, как можно видеть, вот по населению, просто даже по улицам, в Макдональдсе, в музее, там, в парке, где мы были. Большинство, конечно, населения уже местное, прям вот видно. Коренастые канадцы. Коренистые, коренные. Дом за миллион никто в Торонто купить не сможет. Они же не сильно образованные люди. В большинстве случаев. То они едут подальше от Торонто. То есть если программисты. Да, просто рабочие. Много здесь промзоны, простых предприятий. Они работают, живут. И мне очень понравилось этот городишко. Вот, очень прикольненько так все. Так именно город-город, то есть не то, что вот там у нас едешь, плаза и дома, потом где-то плаза и дома. Здесь просто город. Дома, плазы, магазины, школы. Все вот прям как город-город. Короче, прикольно. Что, мы приехали в Королевский сад. Опять машин немного. Мы припарковались тут как бы через дорогу. Очень большая стоянка есть. А возле самого здания буквально для инвалидов 2-3 простые. И у нас было прямо возле самого здания. Очень симпатичное здание. Время уже 5 часа, почти 5 часов. Вот какой красивый вход. Иду, я прошу, не надо там ходить. Так что пойдем посмотрим, что здесь красивенького. На фотографиях было очень красиво. Боже, как красиво, как здесь красиво. Короче, этот сад включает в себя 5 садов. И мы надеемся успеть сегодня все их пройти. Ой, it's so beautiful. I love it here. Это здание главное. Чай мы сейчас лейким. Да, она там не будет. Да, мы с ней поедем быстренько. Боже, как красиво. Gorgeous. Gorgeous. Я говорю, Костя, кто-то в таком живет.
У кого-то такое есть. Это, конечно, такое надо мейтенанс этого всего. В общем, прелесть. Вот это вот есть 5 садов таких. 5 садов. В общем, 5, да, таких. Они между собой не связаны. То есть они все считаются королевским садом. Они между них нету какой-то системы. То есть они находятся в разных как бы точках. То есть они все рядом здесь, но надо тут перейти дорогу, там немножко проехать километр, вот так вот. Вот нам поставили такие на руки такие печати, чтобы нас не проверять каждый раз. Мы будем показывать мой номер 245 или как там в той песне. И будем проходить везде. Ой, как красиво, как красиво. Нужно подметить, что везде стоят лавочки. Там, где Доша сейчас идет, лавочка. Вот так вот лавочки. Можно сидеть, отдыхать. Тенечек такой приятный, ветерочек. Хотя сегодня жарко, но вот уже время 5 вечера, и уже становится немножечко легче дышать. Хотя к вечеру известно, что вся эта жара набирает еще больший оборот. Даже в 6 часов может быть жарче, чем, допустим, в 2 часа дня. Вот, как красиво. Просто вот не можешь насмотреться. Хочется сесть и сидеть, и смотреть, как красиво. Из 5 королевских садов Lake Garden. Вот туда мы направляемся. Thank you.
Невероятная красота, господи, какая красота. По-королевски красиво, как я говорю. Это этот второй сад. Тут, видимо, тоже столы, столы и стулья, как всегда, наверное, свадьбы, бар-мицвы, корпоративы, как я говорю. Габуся бизит ко мне, моя сладкая. Здесь ступенечки такие и много разных цветов. Прям такие просто квадраты, блоки с цветами. Ой, какая красивая погода, великолепное небо. Посмотрите, какое небо. И молись, тут идет с обезьянкой. Габи с обезьянкой к маме пришла. Вот так посадили, как папа садит, да? Габушку. Да, пошли. Бабочка, как мы нюхаем цветочек? Как? Покажи мне. Как? Ой, как пахнет вкусно. Там вид на лейк отсюда. Если видно, я не могу просто приблизить, потому что у меня телефон на камере, села батарея. Там лейк видно. Ой, как красиво. А, теперь я понимаю, почему называется Garden Lake. А запахи какие, ароматы цветов. Ой, просто рай, рай. Отличное место, красиво так. Габочка притомилась, устала, полежать хочет. Целый день, скажи, ходим на улице. Устали, уже вечер. Окей.